Гасанбек, Мирза Фатали первым на Востоке создал пьесы. Вы их впервые поставили на сцене. Сейчас Узейрбек создает первую оперу. Это правда? Да, я давно ношусь с этой идеей. Хочу музыкально оформить какой-нибудь наш известный сюжет. Хорошая идея. Ты устрой такой спектакль, чтобы действующие лица пели. Я именно так и хочу сделать. А какой сюжет ты хочешь использовать? Лели Меджнун Физюли. Очень хорошо. Желаю тебе удачи. Я обязательно приду на твою премьеру. Обязательно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Гусейн Кули Сарабский? Да. Вчера вечером я видел вас в спектакле «Аль-Манзор». Вы прекрасно пели. А-а-а. А днем вот занимаюсь этим делом. Ну, что поделаешь, такова участь мусульманского артиста в наши дни. Без дополнительного заработка нам не прожить. Мы еще не познакомились. Узейр Гаджибеков. Очень приятно. Журналист. Я хочу написать о вашем спектакле. Напишите о том, что вчера нам опять угрожали. И мы, спасаясь, вынуждены были уйти через черный ход. Но я пришел не только поэтому. У меня к вам предложение. Я пишу оперу «Лейли Меджнун». И вот хочу, чтобы вы сыграли Меджнуна. Сыграете? Вы отпускаете воду или нет? Куда ты торопишься? Успеешь. Сыграю. А я как раз шел к тебе. Я только что от Узейра Гаджибекова. Он пишет оперу «Лейли и Меджнун». Оперу? Да, и предложил мне сыграть роль Меджнуна, сыграть и спеть. Хотим, чтобы ты был режиссером спектакля. Ну что ж, это интересно. Правда, мне до сих пор не доводилось ставить оперу. Пошли к Узейрбеку. Пойдем, поговорим. В этом здании, где сейчас жилой дом, в то время была гостиница «Исламия». В 31-м номере жил Узейр Гаджибеков. Здесь писалась опера «Лейли и Меджнун», и здесь проходили ее репетиции. Так что же все-таки основное в роли Меджнуна? Между первой и второй частью должен быть обязательно контраст. Ага. Понятно, ясно. Ну, как дела? Да, тесновато тут у вас. Добрый сейчас день. Сейчас Ханафи Регулов проведет хор. Тогда здесь вообще двинуться негде будет. Ну, пожалуйста, можно пройти ко мне. Я же здесь живу, вот в соседнем номере. Так писатель-драматург Абдурагим Ахвердов оказался вовлеченным в процесс создания оперы «Лейли Меджнун». Прошу. Пожалуйста. Очень приятно. Ну, наконец! Давай сначала определим, когда происходит действие. Поэма «Физули» написана 400 лет назад.
Но до него этот сюжет использовал Низамид. Причем за 400 лет до Физули. Совершенно верно. Итак, этой истории, по крайней мере, 8-9 веков. Ну что же, время мы определили. Помнишь, когда Меджнуна разлучают с Лили, и ее насильно выдают за Ибн Салама, Меджнун приходит к ним в дом, лишь бы увидеть свою возлюбленную. Помнишь? Вот в этом весь характер Меджнуна. Само слово «меджнун» по-арабски означает «безумец». Я уже стал приглядываться к сумасшедшим. Нет, Гусейн Кули, меджнун — это не просто сумасшедший. Это безумец от любви. Вернее, безумцем его считают окружающие костные люди, которые не могут понять его необычайно сильного чувства к Лили. Вот что нам надо сыграть. Гусейн, что-то твои артисты задерживаются. Дорогой Узьербек, разве ты не знаешь наших артистов? По вечерам они артисты, а в дневное время каждый зарабатывает на свой кусок хлеба. Не волнуйся, скоро они закроют свои лавки и придут на репетицию. Странные вы люди, ей-богу. Неужели вы всерьез полагаете, что из вашей затеи что-нибудь выйдет? Где вы достанете деньги? На костюмы? Грим, реквизит. Чем вы заплатите антрепренеру? Оплатить придется, и вы это хорошо знаете. Платить придется всем, начиная от вешалки и кончая расклейщиком афиш. Да, а декорации? Декорации. Место аравийской пустыни вам в лучшем случае, это в лучшем случае, подсунут какую-нибудь веточку от чахлого деревца. Ничего, как-нибудь выкручивались до сих пор, и сейчас тоже выкрутимся. Вот именно, все выкручиваемся. А где вы думаете платье доставать? Это у нас Сарабский умеет. Нет, только не это, увольте. Спасибо. А в чем дело? Мне пришлось однажды взять из дома женские платья для сцены. Как мне досталось потом. Ты, стыдник, мало что сам на сцене позоришь всю семью, так еще и наши платья выставил на показ. О, еле ноги унес, ни за что. Вот почему он усы не сбривает. Я говорю ему, лицо актера должно быть свободным для любого грима. Усы только мешают. Вот ты, Гусейн, сбрил усы, ты расскажи им, что было потом. А что? Ерунда. Есть у меня двоюродный брат, Халык. Он говорит всем, что рано или поздно убьет меня. Ну, а раз так, какая разница, с усами или без? И за что он собирается убить тебя? Как за что? Выступай на сцене, позори свой род. Боже мой, когда мы, наконец, избавимся от этого? Когда научимся уважать актеров? Да, Зульфигарбек. А где-то артистам дарят цветы, уважают их. А нам только плевки достаются. Знаете, все можно было бы стерпеть. И усталость, и безденежье. Лишь бы нас за людей считали, лишь бы с нами разговаривали, как с людьми. Не стоит расстраиваться, Гусейн. Все будет, и слава, и почет, и уважение. Вы знаете, друзья, как я обрадовался, когда Узир рассказал мне о вашей затее. Но вот сейчас я думаю о другом. Ведь есть еще одна важная проблема. Как быть с женскими ролями? Да. Это же наша беда. Угу. Ведь я специально по просьбе Гусейна написал пьесу, где нет ни одной женской роли. Да. Друг мой, хоть на один спектакль избавили нас от усатых, бородатых женщин. Да, но ведь Лили и Меджнун невозможен без Лили. Салам алейкум. О, вот что будет у нас Лили. Непревзойденный артист женских ролей. Спасибо тебе. Вы знаете, Абдурагимбек, мы как-то с Мирза Мухтаром играли спектакль, где он, как всегда, исполнял женскую роль. Я уже не помню, в каком это было спектакле. Помню только, что он косынкой повязал свои усы, а на голову сверху накинул большой платок. Здесь у него такая широкая юбка, представляете? И вот в основной своей сцене, во втором действии, он так увлекся игрой, что даже не заметил, как у него с усов сползла косынка. Гусейн Араблинский из-за кулис кричит:
Мирза Мухтар, Мирза Мухтар, усы видны, усы видны. Мирза ли вовсю хохочет, а Мирза Мухтар вообразил, что над его игрой смеются и старается вовсю. Гусейн, Кули, не дай бог попасться на твой язык. А что, не так? Не так, что ли? Ну, тут платок с головы свалился, и он засверкал своей лысиной. Разошелся, поет, танцует. Зал со смеху покатывается. А тут уж и артисты со смеху за кулисами повалились. И в довершении всего у него еще юбка свалилась. Представьте себе его ноги. А Раблинский в глубоком обмороке так сразу и рухнул. Насмешил тогда Мухтар. Ну ладно. Пришлось дать занавес. Выпей чаю. А вы еще хотите оперу создать? Нет, братцы. От этой вашей затеи кровью пахнет. Да публика вам такое устроит, что потом костей не соберете. Как только ты заговоришь, сразу хочется бежать отсюда. А зачем тебе бежать? Чины и почести отниму, что ли? Гусейнку ли, ты его не слушай. Я уверен, ты прекрасно выступишь и прославишься. Жди. Прославишься. И вообще... Я думаю, что никто не придет на ваш спектакль. А кто придет, тот забросает тухлыми яйцами, в лучшем случае. А в худшем – камнями. Ближе, ближе. Здравствуйте. Почему опять опаздываешь? Извини, Гусейн, но я опоздал всего на 10 минут. Я же сказал, чтобы сегодня все были в гриме! Мы же еще не на сцене, Гусейн. Я не понимаю, кто здесь режиссер, ты или я? Я же ясно сказал, что вы сегодня все были в гриме. А это кто такой? Это Фаэтончик Дадаш, большой любитель театра. Он бесплатно возит наших актеров и просит только, чтобы ему разрешили присутствовать на наших репетициях. А где твоя палка? Прости, Гусейн, прости, пожалуйста, совсем... Забыл я про эту палку. Ну, ты не волнуйся, я и без нее пройду. Нет, так работать нельзя. Безобразие. Я же всем сказал, что сегодня полная репетиция, как на сцене. Я готов. Все, репетиция отменяется. Как отменяется? Да я почти час просидел за гримом. И на кого ты похож? Ты сказал всем загримироваться, вот я и в гриме. Так по-твоему, арабы это негры? Мой сосед был в Мекке и привез оттуда мальчугана, довольно-таки черного. Вот я и решил, что все арабы такие. Гусейн Гулы, вы все меня с ума сведете. Пойди и все смой. Лучше бороду приклею. Вот еще, тебя не поймешь. Что говорил, сбрей усы, а теперь ты хочешь, чтобы я еще и бороду наклеил? Гусейн Гулы, вот то, что ты парик надел и волосы так взъерошил, это правильно. Сегодня мы должны были репетировать сцену безумия Меджнуна. Он уже давно удалился в пустыню. У него длинные волосы. Ну вот. А за это время, как ты думаешь, у него борода не отросла? Или он там, в пустыне, брился каждый день? О чем заботиться? Борода, усы. Лучше бы вы подумали о том, где вы найдете бородатую и усатую Лили. Да, это действительно проблема. 6-5. Артистку на роль Лили мы еще лет 10, конечно, не найдем. 1-5. Нам нужно подыскать юношу, которого можно было бы загримировать под Лили. Да, и чтобы у него были хотя бы какие-то актерские дары. Еще чай, пожалуйста. Неси. Ну, это тебе не вчера. Вот, смотри. 5-5. А у него недурной голосок, а? Знаете, друзья, о чем я подумал? И я об этом же подумал. Я знаю, о чем вы подумали, но он не согласится.
Гусейн Кули, может, ты поговоришь с ним? Вазирбек, я же бакинец. Все меня знают. Как что? Прибегают ко мне со скандалом. Нет. Чай, пожалуйста. Ну что ж, ладно, попробую. Иди. Так волею случая юный чайханщик Фараджев стал первым исполнителем роли Лейли. И вот настал этот день. 12 января 1908 года здесь, в этом театре, состоялась премьера первой азербайджанской оперы. Когда-то в этом театре некоторые ложи были занавешены, а на краю театрального занавеса висел огромный замок, ключ от которого находился у арендатора помещения. Гусей, арендатор не дает нам ключ от замка. Почему? Денег не хватает. Но ведь все билеты проданы. Просит дополнительную сумму. Узербек заложил свои золотые часы. Но ему и этого мало. Это единственная ценность, которая у меня есть. Возьми, отнеси этому чудовищу. Пусть открывает занавес и не задерживает спектакль. А где Лили? Не хочу, не надо, ни за что не позволю. Какой же ты Лили? В чем дело? Я не буду мазаться свиным салом. Я хотел немного положить ему грима, иначе он совсем не будет похож на Лили. Ни за что. Я знаю, если вы намажете мне лицо, то у меня уже никогда не вырастет борода. Не говори чепухи. Мы всегда делаем грим. И как видишь, ничего. Ну так вы же артисты. Да. Вот. Да, мы артисты. Уже сколько лет я пачкаю лицо сажей и мукой, служа национальному искусству. И нет выше этого счастья. Понимаешь ли ты это, молокосос? Сцена делает людей братьями. Да, мы актеры. Мы можем взять на сцене корону любого тирана и бросить ее к своим ногам и топтать. Мы цари, мы богачи. А не те, кто приводит своих жен и сестер, чтобы смотреть на нас сквозь двойные завесы. Они презирают нас, а мы презираем их. Когда-нибудь все изменится. Нас оценят. Мы умрем, а нас будут помнить. А кто будет помнить их? Не бойся, ничего страшного в этом нет. Раз ты взялся нам помочь, так держи свое слово до конца. Вот так. Так, хорошо. Чтобы сыграть женскую роль, нужно иметь большое мужество. Ребят, беда. Ну что? Таристы рассорились и все разошлись. Как разошлись? Остались только Ширин и я. Я знал, что так будет. Я предполагал. Что будем делать? Что же делать? Отменить спектакль. Дайте объявление, что он состоится в тот же день, 20 лет спустя. Узербек, действительно спектакль отменяется? Ничего не надо отменять. Курбан. Вы с Ширином сыграете муганные линии, а темы я отдам скрипкам.
Да, но когда же, Зербек? До начала спектакля осталось 2 часа. Ничего. Принеси мне нотные бумаги. Хорошо. И 3 стакана крепкого чая. Хорошо. Ты опусти голову, когда он подойдет к тебе. Да? Извини. Пожалуйста. Я буду играть на скрипке и вести скрипачей за собой. Как? А кто же будет дирижировать? Вы. Я? Да. Я ведь не дирижер, Узейр. Но вы же шушинец. А какой шушинец не музыкант? Вы прекрасно знаете музыку всей оперы. Вы будете смотреть на сцену и давать актерам вступление. Вон видишь крайний слева? Это поэт Аббас Сихат. Сарабский поет Меджнуна. Да? Это интересно. И побольше экспрессии. Узербек, полный аншлаг. Приехали из Тифлиса, из Еревана, Генджи, Шуши, даже из Владикавказа. Вот как? А некоторые покупают по 2 билета на одного. Ну, почему по 2? Для себя и для своих папах. Сколько лет играю на драматической сцене. Сегодня дрожу, ну, прям как мальчишка. И я дрожу не меньше тебя. Вот не думал, что мне придется стать дирижером. Пора, можно начинать. Ну что ж, начнем. Узербек! Бог помощь. Узербек! Толпа запрудила улицу. Могут сорвать дверь. Мы поставили стулья между рядами. И продали дополнительные билеты. Как быть? Откройте все окна в фойе! Пусть слышит вся улица! Пустыне дикой буду жить, в обитель счастья не приду. Зачем мне мрачный ад, когда лишь к свету я хочу идти? Ne beladır
чонай пойлядир в тайрой. К любимому стремилась я всегда, но слиться с ним мне не дала беда. Кудратим йохчеглаем чинсая шарыгами дими уйлачин орзеи. Hicrile bir bayr, ol bayr, ol bayr. Ey bülbülü bu sitavni bir davuyat, her cizrevişinden olmadım. Чего ты ищешь? В чем твоя кручина, твоих рыданий, вздохов где причина? Ata ana eşkin havası meni mecnun edecektir, meni mecnun edecektir. Родство с тобой почетно и желанно, но у тебя наследник очень странный. Безумцев презирают меж людей. И что безумцу в дочери моей? Ben hem sana benzerim efendim, belki neçe defadayım ziyadayım, sen tek geceler. Скажи, свеча, какого горя гнет тебя, как слабую тростинку гнет? Ты ночью лишь охвачена огнем, а я горю и по ночам, и днем. Гусейн-кули! Гусейн-кули, если ты и третий акт выдержишь на таком же уровне, ты прославишься как оперный певец. Молодец. Вы еще посмотрите, что я сделаю в финале.
почему меня совсем забыла, забыв меня, другого полюбила. Тебя признала я давно виновной, так пусть меня простит твой суд верховный. Ведь покупают, продают лили, купцы меня жемчужиной сочли. Mehabbetin odunu ben söndürebilem mi kalbimi yandırır? Çürmümüz ne oldu ki bizden eyledin biz alık? Biz gamın çektik, sen ettin özdeğe gam halık. Sizde adet buldu, oynayalım yarlı, kalıyay zalı, bizimle neydi peyman ettiğin Sütem bu ne zulüm, eşkin oduna yandım, hicran sütemim kaldı. Ben senin vefan buyumuş Leyli, buyumuş Leyli, bir vefada yar olar mı, bir vefada yar olar mı? Ты от меня испуганно бежишь, как будто мной поруганно бежишь. Мне б видеть хоть в мечтах твои черты, пусть будут о другом твои мечты. İbni Salam, Yaroşigi, ты не с богатой встретился, а с нищей. Не гостья, пленница в твоем жилище. Твоей женою быть мне не дано, иначе нам несчастье суждено.
Невыносимая скорбь моя была, но я скрывала все, пока могла. Теперь перед последней дорогой открою тайну, что хранила строго. Когда я в свой последний путь пущусь и с этим дальним миром распрощусь, а ты пойдешь, страдая по пустыне, а ты пойдешь, рыдая по пустыне. Сейчас вы увидите ленту с самим Сарабским. Где Сарабский? Все стали называть его Меджнуном, и это ему нравилось. Сарабский был первым, лучшим и в течение 30 лет незаменимым исполнителем роли Меджнуна. Сарабский умер в 1942 году. В последний день своей жизни он пригласил гитариста Курбана Примова, актрису Агигатор Заеву и попросил их исполнить отрывок из оперы «Лейли и Меджнун». Ne beladır ki buna yayan, böyle giriftar yayar olu beyan, olu beyan. Успех этой оперы превзошел все ожидания, и вот уже 74 года Лейли и Меджнун нисходят со сцены. Псевдонимы. В том же году была объявлена премьера оперы «Шах Исмаил» Муслима Магомаева. Но она не состоялась, вероятно, из-за пожара в Тагиевском театре. Второй раз премьера оперы «Шах Исмаил» была объявлена 3 года спустя. Муслим, что ты волнуешься?
Завтра премьера пройдет отлично. Ты знаешь, Узаир, такая у меня судьба. Непременно что-нибудь случится, как в тот раз. Ну как? Ничего? Кого мы ждем? В чем дело? Кого мы ждем? Араблинского. Араблинского? Ну вот, пожалуйста. Как тебе это нравится? Нам от него попадает за каждую минуту. А сам опаздывает на полчаса. Араблинского убили. Как убили? В тот день Араблинского в гости пригласил его двоюродный брат Халык. Они не ладили, и Гусейн не хотел идти. Но Халыгу как-то удалось уговорить Гусейна и привести его к себе. Когда пришла жена, Гусейн был убит выстрелом из пистолета. Убийца скрылся. Как рано высох светлый ключ, и кипарис увял, и только камень говорит о том, что это ты. Гусейн, ты всегда жаловался, что артисты приходят не вовремя. Смотри, все мы здесь, тебя ждем. Встань и начнем репетицию. Он был достойным актером, хорошим режиссером, чутким и милым товарищем для всех. Гусейн Араблинский, сыграв последнюю роль в своей трагической судьбе, прощается с нами навсегда. Не надо аплодисментов. Он не ответит поклоном на наше рукоплескание. Не склонит свою окровавленную голову. Опустился занавес его горькой жизни. И не поднимется. Больше никогда. Мы рассказали вам о начале творческого пути Узаира Гаджибекова. Мы показали вам горькую и прекрасную историю Азербайджанского музыкального театра. Вы видели энтузиастов национальной культуры, видели, с чем приходилось им сталкиваться. Шевкет Ханум Мамедовой хотели расправиться, с Гусейном Араблинским расправились.